Доброе утро, церковь. Доброе утро, церковь. Меня зовут Руслан. Здравствуйте, Руслан. Прежде всего хочу поблагодарить вас и Господа. И Господь. Пока ехали, очень мечтал прославить Господа в собрании. Да прославил Господь в собрании. Очень обнят вашими улыбками и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Коротко, быстро расскажу о себе и больше расскажу о событиях. И после еще расскажу за события в Мариуполе. Господь в нашу жизнь пришел в 2004 году. Идея в нашей жизни была с 2004 года. Мы не ходили ни в одной из церквей. Не ходили мы ни ту, ни на церковь. Смотрели телепередачи. Глядали телепередавания. Евангелиста. На другие евангелисты. Я работал на шахте, я сам из Донецка. А с работих, като миньор в Донецк? Вел обычный образ жизни для шахтера. И обыкновенный начин на живот за миньор. Начал смотреть передачи, очень стало интересно. И започнул, когда глядал предавания, мне стало много интереснее. По Библии мне, по миссии мне прислали Библию по почте. По одна миссия мне испратили как Библию. Начал ее читать. А започнул ее читать. И что-то начало происходить. И нечто започнуло себя случилось. В один день подошел к жене. И один день утюг при женами. И говорю, я не буду читать эту книгу. И казах асповечня буду читать эту книгу. Она меня спросила, почему. И тя меня пита, за что. Я говорю, не знаю, мне как-то некомфортно. Я сказах, не себя чувствую комфортно. Я шахтер. А семеньор. Я привык пить, курить, материться. Свикнув да пью, да пушу и да псу. А что-то с этой книгой не так. И стали книгой нечто приедать. Слава Богу за мудрую жену. Слава на Богу за мудрую там и жена. Она сказала, пойди, закройся в спальне. Там и казала, сиди, затворись его в стайне. И поговори своими словами с Богом. И поговори со с думи, со с Господом. Я зашел, закрылся. А сплязал, затворился там. Понял, что мне надо, обычно говорить. Разбрах, просто обыкновенно треба договоря. Говорю, Господи, я шахтер, я привык пить, курить и материться. А сабиньор, я сам свикнул до псу. Думаю, ты об этом знаешь. Если что знаешь, то... и книга мне твоя нравится. Я даже книгу не харесла твою. И пришло очень сильное присутствие Божье. И тут много сильного Божье присутствие. Я тогда этого не понимал, что это присутствие. Не разбирал, что твоя не Бог. Наташа, да, не разрешайте. Сейчас укусит. Не разрешайте. И пришло такое мягкое, теплое чувство от Господа. И много мягкое, теплое чувство от Господа. Ты продолжай делать то, что ты делаешь. Продолжай да правишь то, как ты правишь. Я освобожу тебя. После этого события, я следующие половину година в два раза стал больше пить, курить и материться. В последний раз, когда я пришел в шахты домой, и последняя ход, когда вина, у меня было алкогольное отравление. Алкогольное отравление. Я не смог на следующий день подняться. И не можешь на следующий день это исправить. Я включил видеокассету с фильмом Иисус. Смотрел эту сцену, когда его распинали на кресте. Часа 4 перематывал, смотрел, плакал, рыдал. И на следующий день я опустился в шахту. И на следующий день слязах в мината. Попытался матюкнуться. Упитался да и с псулом. А у меня мат из рта не выходит. Обаче не мисли за псувнята от уста. Выехал с шахты, закурил сигарету. И слязах от мината, выкинул цигару, ее и понял, что я свободен. Разбрах, что сам свободен. Я не ходил в церковь. Ас не ходил на церковь. И мы продолжали дома смотреть передачи, читать Библию. Продолжали в кышке доглядывать предавания, да читаем Библию. Но мы поняли, что нам чего-то не хватает. Обаче разбрахме, че нечто не достигав. И мы начали искать церковь. И започнахме да сидим в церковь. И мы нашли опять, увидели рекламу по телевизору. И намерихме, видяхме на рекламу по телевизору. Пришли в свою церковь. Идухме в церковь-то не. В тот момент это было новое поколение. В онзи момент това беше ново поколение. Епископ Сергей Яковлев в Донецке. Епископ Сергей Яковлев в Донецке. Укоренились в церкви, стали служить. Укоренихме в церковь-то,
Започнахме да служим, това беше единствено да ни църква. В 2012 году и през 2012 година служили в церкви. Служихме в църквата. Была очень мощная конференция. И очень много мощной конференции. Приезжал евангелист. Дойде един евангелист. Алехандро Родригес. Готовилась в 2013 году очень мощная конференция с Карлосом Анакондией в Донецке. В 2013 година се готвеше един много мощный концерт с друг евангелист в Донецк. И когда я приехал с конференции, когато се прибрах от тази конференция, у меня было переживание. Имах едно преживяване. Я почувствовал, что мне надо уйти в другую комнату. И разбрах, че трябва да уйти до другого. Я почувствовал присутствие Божие. Усетих Божие присутствие. И я сел на диване. Седнах на дивана. Я очень сильно начал плакать, рыдать. И много сильно започнах да плачу, да рыдая. И вдруг перед моими глазами открылась карта. И изведнъж пред очите ми се отвори карта. Я увидел левую, правую часть Украины. Видях лявата част на Украина. Увидел часть России. Видях част на Русия. И как в старых документальных фильмах о Великой Отечественной войне. В документальном фильме за Великую Отечественную войну. Черная стрелка фашисты. Видях черная стрелка фашисты. Красная стрелка советская армия. Червена стрелка советская армия. Я вдруг увидел много-много стрелок на этой карте в разных направлениях. Много-много стрелок. И я не понимал, что это происходит. Я продолжал плакать. Продолжал это плача. Потом я увидел Донецк. И след това видях Донецк. Из Донецка я увидел стрелочку, Донецк, видях стрелка, которая идет вниз по направлению к Азовскому морю. Посока Азовскому море. Мариуполь, Бердянск. Через два года, в 2014 году, если две години, през 2014 когда была первая волна войны, се случи първата вълна на война, получилось так, что мы приехали в Бердянск отдохнуть. Да се починим. И там мы остались. И там все останахме. И я подумал, что это видение, я си помислих, что това виждане, но было к этому беше часу. За това. Мы несколькими семьями организовали там лагерь. Няколко семейства организовали для переселенцев. Там, за беженци. Хотели пригласить людей из церкви, чтобы дети не слушали взрыва снаряда, искахме да поканим някого, а слушали прибои моря. Родители с деца, за да не чуват тези взривове, ами да слушат морето. Все отказались, они сказали, обаче всички не отказаха, казаха, мы как церковь нужны здесь, потому что соседи возле нас, църква трябва да сме тук, защото если до этого момента никто не слушал, соседите до нас, все стали держаться верующих. Никой не е слушал, сега всички искат да са близо до вярващите. Но наш лагерь, обаче нашия лагерь, наполнили напомни за две недели буквально 230 человек, за которые не знают Бога. Бяха 230 души, които не познаваха Господ. Мы там поклонялись, молились. И там се покланяхме и се молихме. Образовалась церковь. Образувалась церковь. Больше 100 людей приняли водное крещение. Стотина души приехали водное крещение. Мы оставались в Бердянске. Оставахме в Бердянск. У нас бизнес. Имахме бизнес. Мы выращиваем для ресторанов зелень на гидропонике в подвалах без солнца. Отглеждаме под фитолампами. Растения под фитолампи за, нали, за готвене. В 19 году из-за локдауна. И през 19 година заради локдауна. Нам пришлось переехать к друзьям в Мариуполь. Не се наложи да се преместим при приятели в Мариупол. Полтора года мы пробыли в Мариуполе. И година и половина бяхме в Мариупол. Перед событиями 24 февраля, преди събитията на 24 февраля, было очень много пророческих предупреждений. Много пророческих предупреждения. Очень много снов. Много сънища. Но я до конца это не понимал. Обаче до края не го разбирах. Потому что с 2014 года вообще не смотрел новости. Защото от 2014 година изобщо не гледах новини. И практически не понимал, что происходит. И почти не разбирах, какво се случва. 24 февраля нас разбудила по телефону мама, сказала, просыпайтесь, война. И когда я вышел на улицу, я услышал на левом берегу первый взрыв. На левый бряг первый взрыв. С 24 февраля и 24 февраля до 14 марта, до 14 марта мы проводили это время в церкви.
Провеждахме това време в църква. А част църкви. И част на църквата. Пряталась в подвале. Се криеше в. Рядом школа. Подземието. В подземном подвале. Близо до училища. А мы там не захотели быть. И ние не искахме да сме там. Потому что там очень темно. Защото там е много тъмно. 6 градусов температура. 6 градуса температура. И мы решили верой. И решихме чрез вяра. Много коридоров в церкви. Имаше много коридори в церкви. И мы возле несущей стены. И до една стена. В коридоре постелили матрас. В коридора сложихме матраци. И наша семья и еще две семьи. И нашето семейство и още две семейства. 12 человек. 12 на души. Мы две семьи верующие. Мы сме две семейства вярващи. И одна неверующая. И одна неверующая. Едно неверующее семейство. Конечно же, я начал молиться. Разбира се, започнах да си моля. Говорю, Господь, дай слово. И да си казвам, Боже, дай ми слово. Как молиться? Как да си моля. И мне открыли слова Иисуса, где Иисус говорит. Ми се показаха думите на Иисус, където Той казва. О последних временах. За последните времена. Если бы не сократились те дни. Че ако не би се сократили тези дни. То не спаслась бы ни одна плоть. Тогава нито една плот не би се спасила. Но ради избранных Его. Обаче заради избраните Му. Эти дни сократятся. Тези дни ще се сократят. Я молился так. Я си молих. Я говорю, Господь, для нас наступили Господи, сейчас последние за времена. За нас настанаха последните времена. Но ради избранных Твоих. Обаче заради Твоих. По всему Мариуполь. По целей Мариуполь. По всей Украине. По целой Украине. Пусть эти дни сократятся. Никак эти дни се сократят. Я забегая наперед, могу вам засвидетельствовать, я что да вляза по-напред, да все мои знакомые, верующие, братья, сестры, сестры, неважно, насколько они глубоко духовно знают Господа, неважно, сколько духовно и глубоко познают Господь, каждый выехал из Мариуполя, всякий из тех излязал от Мариуполя с великими чудесами и знамениями. Я могу сказать, что я это время, докажу, что время мы, наша семья, эти люди, которые были с нами, през това время нашето семейство и тези хора, които бяха с нас, мы провели по благодати просто. Проведохме това время по благодати. Из-за толстых коридоров, из-за дебели коридоры, мы практически не слышали взрыва. Почти не сме чували взрывы. Ну, первые 10 дней. Първите 10 дней. Потом снаряды начали уже прилетать. След това вече взрывы. Ну, 100 метров, 150 от церкви. Летяха 100-200 метров от церквата. Но ну, все равно мы доверяли Богу. И пак ние се доверявахме на Господ. Научились различать. Научихме се различавать. Это плохо, конечно, когда отлет, когда прилет. Кога идва взрив, кога няма да има. Но потом пошла авиация, обаче, и это страшно. И авиацията, и това беше много страшно. И тебе нужно выходить, идти за водой. Ты, като трябва да излизаш, да отидеш за вода, знаешь, и ти не знаешь, когда прилетит, кога ще дойди, куда улетит. Къде ще отлети. Великим чудом. И много велико чудо. Оказалась машина рядом. Се оказа една кола наблизо. И с первого дня мы пробовали выезжать. И от първия ден се опитвахме да излезем. Мы пробовали выезжать 5 раз. Опитвахме се 5 пъти да излезем. Первый раз мы выехали. Първия път излязохме. С одной стороны был торговый център разбомблен. Едната страна имаше един унищожен мол. С другой стороны девятиэтажка горела полностью. От другая страна един девятиэтажна сграда гореше. И рядом с нами упало два снаряда. И до нас паднаха две ракети. Автобус подпрыгнула. И просто автобуса подскочи. И мы развернулись и уехали. И ние се обърнахме и се заминахме. Слава Богу, слава ну, чудес Богу. Очень много. Имаше много чудеса. У нас был газовый баллон, газовая печка. Имахме газовый баллон със себе си и печка. Все дни, когда мы находились там, и през тези дни, които си намирахме, в газовом баллоне был газ, и мы готовили кушать. Газовый баллон имаше газ. И хотя, по моим подсчетам, газ должен был закончиться 15 дней назад. Вопреки, че газът би трябвало да свърши преди 15 дена. Он закончился в тот день, когда мы уехали. Газът свърши в деня, когато си заминахме. Но хлеб мы не ели 12 дней. Не едяхме хляб 12 дней. Ну это не страшно. У нас были каши. Това не е страшно, имахме си каши. Мы вообще были обеспечены. Бяхме добре снабдени. Бартер очень ну, действовал в тот момент. Много добре действаше бартера. Мешок картошки поменяли на 5 коробок печенья. Картофи заменихме за бисквитки. Децата бяха доволни. Мы не были голодны. Не бяхме гладни. Проблема, конечно, была, что в последний день у меня закончился кофе. Проблема была, что в последний день мы слышали кофе. Но в этот же день меня Господь вывел. Обаче, в сущий день Господь меня извинил.
Бог за это время сделал очень мягкие сердца. Господь през това время направил сердца-то немного мягкие. И так удивительно, что те две семьи, которые с нами были, и много чудо, что те семья верующая семейство, които бяха с нас, и семья неверующая, вярва, что и не вярва, что семейство, семья верующая, вярва, что-то семейство, когда было тяжело, когда беше тежко, гнев не творит правды Божьей. Гневот не твори Божия правда. Паника не творит правды Божьей. Паника-то не твори Божия правда. Мы пытались хранить мир. И не если упитвахме да запазим този мир. Из-за того, что мы пытались хранить мир, нас обвиняли. Това, че се опитвахме да пазим мира, не обвиняваха. Считали, что мы не действуем. И смятаха, че ние не действуем. А наоборот, неверующая семья обратно, не поступала как верующая. Поступваше като вярващо. И мы поняли, что мы попали в такое горнило. И не разобрахме, че попаднахме в едно месиво. Бог делал очень мягкие сердца. Господь не променяше сърцата. Все приоритеты, которые были до этого, и опустились. И всички приоритети, които имахме преди това, те просто паднаха. С разными людьми были разные отношения. С различни хора имахме различни отношения. Бог делал такие мягкие сердца. И Господь правеше сърцата ни мекки. И люди примирялись. Хората се примиряваха. Примирялись. Я не знаю, как будет дальше. Аз не знам как ще е по-нататък. Но когда я был в Мариуполе, я говорил, что если когда-нибудь я столкнусь с братом или сестрой, даже если они будут 100% неправы, даже ако са на 100% неправи, я буду подходить и говорить, аз ще отивам при тях и ще казвам, прости меня, пожалуйста. Прости ми, моля те. Очень хочется это сохранить. Много ми се иска да го запазя. Помоги, Господи. Помогни ми, Боже. Те ребята, которые бегали доставать пищу. И унези хора, които се тичали да изкарват храна. Один парень рядом с ним разорвался снаряд. Младо момче, близо до него се... У него два осколка пролетело мимо ног. Заряд и две частички полетяха до краката му. Можно много свидетельствовать, я не буду занимать время. Има много свидетельств, обаче няма да. Расскажу главное свидетельство. Ще разкажа най-главното свидетелство. Когда нам удалось выбраться, мы сели в автобус. Когато успяхме да се измъкнем, се качихме в автобус. В автобусе было еще несколько мест. В автобуса имаше още няколко места. Мы стояли возле драмтеатра. И бяхме изправени до един театър. В автобус пытались набиться люди. В автобуса се опитваха да се промъкнат още хора. Никто не знал, в каком направлении ехать. Никой не знаеше в коя посока да тръгне. Запорожье, Бердянск. Дали да отиде в Запорожье или Бердянск. Бердянск уже оккупирован. Бердянск вече беше окупиран. И села женщина. И се качи една жена. С 4-месячным ребенком. С 4-месячным ребенком. И я сказал, успокойтесь, но все будет хорошо, Господь с нами. Успокойтесь, и всичко ще наред Бог с нас. И я услышал, кто здесь сказал Господь? Чум. Здесь верующие люди кой есть. Кой каза Господь? Има я говорю, ще... давайте руку. Я сказал, дайте себе как вас зовут? Как она говорит, Светлана. Тя каза Светлана. Я говорю, Господь, проведи Светлану. Я сказал, Боже, мы в этом Светлану, автобусе, как ковчеги. Автобус, ковчег. Она меня перебивает, говорит, почему вы сказали ковчег? И тя мя прекъсна и каза, за что казвате ковчег? Я говорю, ну не знаю, молитва пришла. Я сказал, не знаю, молитва-то така ми дойде. Она говорит, вы знаете, ну я Бога всех доверила. Знаете, винаги съм вярвала в Бог. Но вела такой разгульный образ жизни. Обаче водих ложь начин на живот. 4 дня назад. Преди 4 дни. Мне попала в руки Библия. Во фрицете ми попадна Библия. И первую историю, которую я прочитал. И первата история, която прочетох. Была о Ноевом ковче. Беше за Ноевия ковчег. Я говорю, Светлана, все я будет сказал, хорошо. Я сказал, Светлана, всичко ще е наред. Господь проведет. Бог ще ме изкара. И она успокоилась. И тя се успокои. И когда мы приехали в Бердянск. И когато отидохме в Бердянск. Она сказала, поселите меня только в церкви. Тя ми каза, да я сложат в церкви. И я никуда не хочу, кроме церкви. Каза, никъде не искам да ходя освен на църква. Потом мы думали, как дальше ехать. И след това се чудихме, как да тръгнем нататък. Одна проблема – война. Единия проблема – войната. Вторая проблема – это экономическая катастрофа. Е, економическата катастрофа. И, по-моему, она будет страшнее. Я смисля, че тя ще е по-страшна. И верой мы приняли решение. И чрез вяра приехме решението. Выехать через Крым, через всю Россию. Да през Крым. Сделать петлю. Да направим мы една голяма заобиколка. 7000 километров. И минахме 7000 километра. Везде Господь чудесами просто проводил. Не провежеше чрез чудеса. Ехали верой.
Готовыми со сферой. Не знали, что будет дальше. Если знаем, как позже здесь случай по нататок. У меня два сына. Имах два мастинвей. 18 и 20 лет. 18 и 20 годишник. Мы проезжали блокпосты ДНР. ДНР. КПП-то на ДНР. И я в сердце своем знал, что они могут получить знают, повестки. Что те может гивземат за войну. Я молился. Я се молил. И такое впечатление, что они вообще забывали, что они хотели делать. Имах впечатление, то, что они смотрели документы. Как вот все искали да направить, и глядаха документите. Один солдат смотрел документы. И день его не гляда документите. Почему-то подумал, что моему младшему сыну не 18, а 17. Если мы сыну не на 18, а на 17 будет. Но я все знал, что это я сознаю, чудеса. Чудеса. Это чудеса. Но чудеса очень естественные. Чудеса-то со мной естественнее. И вот мы здесь. И это не тук. Неделю мы отдыхаем. Вечер си почиваме една седмица. Пока мое сердце, конечно, там, пытаюсь молиться. И сега сердцето ми е там. Молитва не получается. Да си моля. Идет ходатайственное только. Молитвата не се получава и за сега само ходатайствено. Да. И первое, что сказал Господь. И първото, което ми каза Господь. Я готовлю так для каждого из вас небесную награду. Небесная награда. Господь сказал буквально вчера. И Господь буквально вчера мне сказал. Понимаешь, Руслан? Разбираешь ли, Руслан? Все события этого мира. События на то, в чем вы находитесь. Това, което се намирате, они нивелируют мою небесную награду. Ты получал мою небесную награду. Но каждый, кто в свое время переступает этот порог. Но всякий, кто на время то си приступа този брак. Там это очень ценно. Там твое много ценно. Поэтому хочется пронять. Я не знаю, что будет дальше. И не знаю, как вообще случилось по-нататок. Знаю, что если Господь провел через все эти события. Знаю самое, через что Господь не провел через эти события. Значит, у него есть воля Божья. Значит, то ему Божья воля. Для каждого из нас. За всякий день у нас. Не будем держаться. И просто сейчас мы заедем. Аминь. Аминь.